чего начинается правильный тюнинг? Как многие уже могли догадаться, он начинается с тормозов. Именно на этом Touareg мы заменили полностью всю тормозную систему, как переднюю, так и заднюю. Передняя система у нас состоит из тормозной машинки, за основу здесь всегда идет Brembo GT6, двухсоставной диск с вентиляцией, с перфорацией, с алюминиевой ступицей, что позволяет увести максимальное тепло от тормозного диска и благодаря конструктиву своей машинки дать максимальную отдачу от колодок при усилии на тормозной диск. Очень популярная сама по себе эта машинка, она используется много где. Она, кстати, в M-серии, в BMW идет с завода, это на последних уже поколениях. Многие тюнинг компании используют машинку Brembo GT6 за основу, потому что очень удачный конструктив. Заменили мы здесь не только переднюю тормозную систему, но также и заднюю. Поэтому владелец этого автомобиля будет с полной уверенностью ездить по дорогам и будет уверен на 200% в своих тормозах. Сейчас самое главное, необходимо пройти прикатку тормозной системы, это в районе там 300-400 километров, чтобы ее всю притереть. И можно уже с полной уверенностью разгоняться по максимуму и тормозить, соответственно, тоже по максимуму. Обращайтесь к нам, подберем любую тормозную систему, как для своего прямого предназначения, так и для крутого вида вашего тюнинг-проекта. Подбор как под штатные колесные диски, так и под тюнинг. Любые варианты, в принципе, возможны.